Пока не стемнело, Леонид с Алексеем играет. Вы познакомились с ракетками? Чтобы не было неожиданностей. У нас Алексей с двумя черными сторонами играет. Одна гладкая, одна шипы. Сейчас. Шарик верните хороший, мячик хороший верните. Я заставлял. Кого мячик хороший, отдайте. Такой светлый был. Белый, чистый. Султан, шарик не брал, мячик не брал. Султан. Кто еще? Леонид, видишь, ты сегодня счастлив. Нельзя ничего оставлять. Нельзя ничего оставлять. Кто шарик забрал? Это мой. Сейчас пробую шарик, ребята. Ну вот он, давай, давай сюда. Белый, чистый. Белый, голый. А это его, значит, не тот. У нас белый, голый должен быть где-то. Это белый, но не голый. Ага. Так, ну что, все размялся? Попробовали шарик. На подачах Алексей. 0-0. До трех побед. Стоп, игра, переиграть. Да. Хорошо, как скажете, не переигрываем. 1-0. 1-1. Один, два. Один, два. Напарник, предыдущий, взял ракетку. Два, два. Три, два. Ой! Три, три. Стоп, игра, Даня, не стойте в зоне. Дана, Дана, в зоне не стойте. В зоне не стойте. Вот Дана там прыгает. Три, три. Не видел, мимо. Мимо, Леонид. Мимо, да. Что-то 3-4. Было 3-3, сейчас 3-4. Четыре, четыре. Виктор, не мешайте, пожалуйста, Виктор. Виктор, не мешайте, пожалуйста. 4-4. По четырем. 4-5. 6-4. Ой-ой-ой. 7-4. Леонид, особую благодарность за легальные, красивые, высокие подачи. Да, специально. Да, мы пропагандируем правильные подачи. С открытой ладони подброс не меньше 16 сантиметров. Без подкруток. Не закрывать. А вас тут всегда вот так вот ходит? Сан Саныч, да, это у нас такой человек. Мы это воспринимаем. Да, да, Никита молодец. Да, отвлекают людей, да. Ну это антураж, такой антураж. Да, 7-4. 7-5. Сан Саныч, это персонаж у нас, это колорит. 5-7. Обманка Алексей разгадывает, но не вернул. 7-6. А, я не за очки считаю. 5-8. Извините, да, он же не попал. 8-6. Вы насчет не любите?
Красиво, по прямой. Люблю, когда по прямой слева. Очень красиво. 7-8. 8-7. 7-9. Как, да, да, и высокий, и слева мощно. 3 сетбола у Леонида. Да, пока что, да. Рабочий счет. Рабочий, рабочий. Опа. 2 сетбола. Все, вся игра еще впереди. Ого-го-го, один сетбол. Баланс 10-10. Сейчас это уже заходит закономерно. Ой-ой-ой, 11-10. 12-10. Первый сет сыгран. На крови. На крови. 12-10. Все на крови. На подачах Леонид. Один ноль. Вот. А сейчас еще фонарики не включили. Включит фонарики, это дополнительно будет сложности. 1-0. Красиво, мощно. Хорошо. Приноровился, чувствует, где бы ветер помогает, где усилиться, а где по ветру пустить. Так, а направо подача 0-2. 0-2. 0-2. Один-два. Три-один. К сожалению, скорость плохо передается на видео. 3-1. 3-2. Я не прав. На воздухе все немножко сложнее. Справа особенно трудно играть. Забежал и пробил вдоль сетки. 2-4. Пробил пенальти. Пробил пенальти. 2-4 направо. 2-5. 5-3. 5-3. Почти Ярославское вращение и потом слева по прямой. 6-3. Все, спасибо. 4-6. 5-6. 7-5. Алексей, дадите мячик? У меня нет сейчас ничего. 7-6. Я проиграл все тому, кому не должен был проигрывать. Выиграл тому, кому не должен был.
Это ничего, но он добавил. А, 7-7. Я там хотел ее по прямой ударить. Но не прошла. Восемь семь. Семь девять. Сетка. Восемь, девять, счастливо. Красивейший, великолепный, 9-9. А мне тут пока принесли промочить горло чай. Малиновый. Не было, да? Ой-ой-ой. Чуть не попало под колеса. Блин. Спасибо. Спасибо, что не попали. Ой-ой-ой-ой-ой, случайно. Случайно выиграл. Еле-еле-еле. Просто случайно. 1-1 по сетам. Смена сторон. Ноль один. Два ноль. Да, я так делаю так. Один вниз, другой вниз. Три ноль. Три ноль, рабочий счет. Почему? Красиво. 1-3. А теперь я буду тоже нормально. 2-3. 2-3. По трём. Да, догнал. Ох, через сетку Алексей не нравятся такие. 4-3. О, теперь моя. По четырем сетка теперь в Алексею. Алексею помогла, да. Ну и вот он вот меску играет. 5-4. Сетка, наш помощник. А вот этот раз не перекатился. По пяти. Ух-ху-ху-ху. 6-5. Алексей оценил вращение от Леонида. По 6. Вот он дождался на подаче вращения. Чуть-чуть выждал и вернул. И дальше все пошло. Хорошо. По 6 слева подачи. По 6 слева подачи. Так точно. О, 7-6. Это Леонид не справился с вращением от Алексея. Правый угол переходит. Да, ну должен же был, должен же был. 6-8. О, коротко не укоротилось, переукоротилось. 7-8. Чё, Никитос, на счёт, поехали. Ох, а третий раз не смог вернуть. По 8. Отлично. Борьба, борьба. Да, да, да. Здесь нету однозначного победителя. Против вращения от Леонида, шипы от Алексея. 8-8. Подача Дима Овчарова. Дима Овчарова подача.
По нашему топорику вернул Леонида. А ветер вот он. Алексей за стол. Да, да, ветер. В спину дует. Он в бок чуть-чуть его вел. 9-8. Добавил чуть-чуть. 8-9. Ты что там? Ух! О, как он красиво в белую линию по 9, но не выиграл очко этом. 9-9. Да, 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 да. Проклятие, которое висело над Алексеем, теперь висит над Леонидом. Сетка и проигрыш очка. Борьба, борьба. 1-1, борьба, да? Баланс. Баланс. 0-0 баланс. 10-10. Ой, ну все же, открытая левая сторона, распахнутая, как кремлевские ворота. И не попадает Алексей. 11-10. Давай. 11-11. Теперь он меня бросил. Привет, ты меня не выдал? 12-11. Мимо ракетки, мимо этой же. Сетка перепадать. Это уже зрение подводит. Ой-ой-ой-ой. 13-11. Выиграл третий сет Леонид. 2-1. Все на балансе. Прямо на балансе. Невозможно у кого-то выиграть просто так. 2-1 по сетам. На подачах Леонид. Обратно. 1-0. Ах, чуть-чуть не докрутил. Боброва включил, Боброва, но не до конца. Где-то Бобров вздрогнул. Да, 1-1. Да, ну... Очень мощно, мощно. Даже не знаю, что говорить, сами все видите. 1-2. Промахиваемся мы. Обманное движение. Это была открытая зона была. Да, открытый. Влево тело, вправо. Шарик, но не попадает. 2-2. 1-3. Я опять сбиваюсь. 2-3. Да, да, сейчас усложняется восприятие шарика, это безусловно. Белые линии, блики. Леонид, он там ночной, он с ним тяжело. Это сейчас его подбивают. 2-3. Его время. 3-3. Обращаю еще раз внимание, как подает Леонид правильно и красиво. И призываю вас также подавать. 4-3. Бой нелегальным подачам. Так. 4-3. 4-3. Ох, хотел он налево. Хорошо. 3-5. Была. Была. Что была? Задел? Нет. Нет, не задел. А мне, видите, даже я уже теряюсь. Не вижу шарика полет. 3-6. 5-3. Опять все. Все, 4. 4-6. Стоп, игра. Султан. 4-5. Хорошо. Все, Султан нам не мешает, уже можно еще раз. 4-5.
сложная подача была. Очень сложная подача, но удар в торец — признак мастерства, еще раз повторяю. 6-4. Шесть пять. 7-4. Все, все, пардон. Опа, она, вот она. 8-4-8. 4-8. Виноват, виноват. 4-9. 9-5. 9-6. 4 сетбола у Алексея. Партия 2-2 по сетам. 2-2. Решающий, заключительный на подачах Алексей. Потом переход, да? На 7, на 5, на 7 переход. На 5. На 5, да. Ах ты молодец. Смотри. Я чувствую, как 1-1. 1-1, борьба. 1-1. Да, да, да. 2-1. Через сетку вы оба пользуетесь этим приемчиком. Ой, это хорошо, он сейчас шипчиками. 2-2. 3-2. Сыграл не сильно, но неудобно. Ладно, сейчас будем. 2-4. 5-10. 3-5. 3-2. Все, я забился. 3-5 уже. Вот, вот, видите, мы пока с вами тут смотрим. А уже 3-5. Смена сторон. 3-5. 4-5. Будем догонять потихоньку. 4-5. Хорошо, 5-5. Борьба ровно. Большая. Да, 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 да. Пустой левый угол. 6-5. Мы сейчас начинаем внимательно следить за игрой, потому что решающий, завершающий пятый сет, 2-2 по сетам, каждое очко на вес золота. Каждое. Два разрыва, два очка сейчас уже большой. Это уже много. 8-5. Вот он включает свои мощнейшие вращения. 9-5. Ну вы видели, что это такое? Вы видели, что... Частяк, скажем так, частяк. Красивейший. И обманное движение было. И опустошенный левый опять же угол. 5-9. 5 сетболов. 5 сетболов у Леонида. Но Алексей не тот человек, который сдастся. Вот
Рабочий счет. Рабочий счет. Четыре сетбола на подачах, Леонид. Сейчас еще баланс будет. Три сетбола. Три сетбола. Леонид на подачу. Тут борьба. К сожалению. 3-2, 3-2 по сетам выиграл Леонид. Алексей, благодарим, спасибо. Вы радуете наших подписчиков. Спасибо вам огромное. Спасибо за чистые и красивые подачи. И Леонида, и Алексея. Претензий нету никаких? Нету никаких, абсолютно. Две накладки черных Алексея. Ну, думаем, это временно. Он скоро себе сделает лучшие накладки красно-белые. Спасибо. Спасибо всем.